Здравствуйте, ребят. Попросили снять видео. С чего начать, чтобы сделать какую-то более-менее вменяемую команду? Я ничего не донатил, сделал себе команду спокойно. Сейчас уже почти во второй дивизион вышел. Единственное, мне дали пару X-факторов за предзаказ. Это Зеграса мне дали, Капризова и еще здесь кого-то, по-моему, не помню, кого мне дали. Этих я уже сам заработал. Вот я ничего не делал, ничего не донатил. Набрал себе игроков, вот это 4000, Гудро за 16 достал. Сейчас все расскажу, где какие деньги первые заработать, где взять игроков и где X-фактора первого взять. Первое, что вы делаете, нажимаете R2 в это меню, заходите, выполняете вот эти все задания. Tutorial. Ну тут просто нажимаете, в основном вам показывают какую-то теорию и выдают понемножку денег, золотых игроков и всякие ненужные вещи. Вот здесь коллекционка одна внизу будет. Коллекционку сейчас расскажу, куда ее можно использовать. То есть еще раз, начинаем. Первое, заходим в tutorial. Здесь выполняем вот эти все базовые задания. Тут просто нужно посмотреть теорию и все. Вот нажимаете, вам картинки показывают. Заработали первые очки, дали вам мини-набор. Вы его открыли, что-то получили. Дальше здесь еженедельные задания у вас какие-то бывают. Это уж совсем, кто не разбирается здесь, что делать. Вы их выполняете. Премиум пак. Вот здесь со 7500 вам дают подарок. Здесь ежедневные задания. Они у меня сделаны, не посмотреть. Так, здесь у меня задание сделано, тут будет тренировочный парк, задание, там, забить 5 голов, сделать 3 передачи, сыграть хат раш, одну игру. Значит, идем по порядку дальше. У нас есть здесь 4 режима. Rivals, это игры онлайн, Hat Champions, второй режим, ну вот это я все сзади считаю, игры онлайн с людьми, Rivals и Hat Champions. Можно как 2 считать, хорошо. Следующий режим. Squad Battles. И есть Hat Rush. И Challenges. 5 режимов давайте возьмем. Начнем по порядку. Первое, Rivals. Вы заходите, даже если вы сыграете один Rivals матч, вы уже попадете в какие-то призы. Вот здесь вы будете, вам дадут один Jumbo Premium Pack. Чем больше в игры играете, больше очков набираете, дают различные призы. Можно в итоге взять наборы продаваемые или непродаваемые в два раза больше в конце недели или деньги. По средам, со среды на четверг ночью дают эти наборы. Здесь появилось нововведение, можно выиграть 2 игры подряд или 3 игры подряд. Вот здесь. Или 5 игр всего, 4 игры всего здесь, 5 игр всего здесь. Вам уже дают какие-то наборы, призы отдельные. Значит, этот режим мы разобрались. Переходим к челленджес. Значит, базово, что мы делаем? Нам нужно набрать каких-то игроков. Вот здесь X-Factor Challenges. Можете получить коллекционный набор X-Factor. Вот он здесь. Для этого нужно вам набрать и выполнить 45 заданий. Что такое 45 заданий? Вот, например, захожу в любой уровень, вот эти 3 звезды сверху, это 3 задания. Чтобы вам была возможность играть, набрать X-фактор, вам нужно выполнить 45 заданий. Вы заходите в этот матч на уровне Pro, а это вообще легкий уровень. Выиграть игру, забить 5 голов, сделать 22 броска по воротам. Вам дают X-фактор и 1500 монет еще. Вы получаете X-фактор. Получили X-фактор любой, все, открыли его, забрали. Вам нужны коллекционные предметы. Они здесь или в заданиях есть, или на рынке. Сейчас они 18 тысяч стоят. Например, X-Factor вам дают какой-нибудь слабенький, 8, там 78. Сначала 78 вы покупаете за 500 монет, потом за 6500, до 83. Потом используете вот эти вот Power Up Collectibles, то, что я рассказывал, зеленые коллекционные предметы. Я сейчас покажу, что это такое. Улучшаете своего игрока и в финале... Вот сейчас на базовых значениях максимальных X-факторов вам нужно будет базовую карту игрока золотую купить. Например, здесь мне нужна карта Кейла Макара, но она стоит 85 тысяч монет, поэтому я жду, пока подешевеет, потом, ну или бесплатно выпадет, потом ее куплю. Что такое коллекционные предметы для улучшения X-факторов или игроков икон? Давайте я сразу покажу игроков икон. Тоже можно улучшать этими...
Вот, игроки иконы, вот они тоже улучшаются вот этими зелеными коллекционными предметами. Видите, был 83 уровень, один. И наверху написано или 15 тысяч монет, или один коллекционный предмет. Здесь 15 тысяч монет выгоднее потратить, чем коллекционку. Коллекционка стоит 18-19 тысяч. Коллекционка покупается на рынке. Вот они зелень. 20, а уже подорожали 22. Начинали с 16-17. Ну, если поторгуетесь, можно и подешевле купить. В общем, здесь разобрались. Начинаете, заходите прямо вот здесь. Challenges. Получаете X-Factor. На это задание у меня потребовалось 2 часа. 2 часа. Дальше заходите в Train Camp. Здесь выполняете вот это задание и вот это. 3 задания, получается, сыграете. Они идут 3 минуты, 6, 12 минут, плюс 3, 15 минут. Ну, на загрузку, перезагрузку 20 минут все вместе потратите и получили 2 коллекционных предмета. Получили 2 коллекционных предмета. Идете вот сюда в наборы. Заходите, нажимаете Training Camp. Вот здесь справа есть за 2 коллекционных предмета и 2 серебряных игрока. Можно получить премиум набор, который стоит 7500 номиналом на рынке. Что такое этот набор, я вам сейчас могу показать. Просто ради вас открою сейчас один. Я его сейчас спокойно открываю, потому что все, что там выпадает, я это все продаю. В общем, 7500 стоит набор. За 7500 я продаю вещи, которые там выпадают. Вот этот набор за 7500, примерно посмотрите, что там выпадает. Редко что-то стоящее выпадает, вот всякое серебро, бронза, там, золотых парочку игроков, форма какая-нибудь, шлемик за 500 монет. Это все примерно вы за 7500 можете обратно продать, поэтому, вот, поняли, да? Вот такой набор вы получите. Так, открыли собральные наборы, получили там примерно... Пооткрывали все это 10 тысяч монет. Надо создавать команду, чтобы играть в Squad Battles и онлайн игры. По дороге вы можете зайти вот сюда, нажимаете на первой вкладке Hot Rush. Там надо долго играть, но базовый 1 000 000 очков, вас, ну, не знаю, полчаса вы потратите, чтобы набрать 1 000 000 очков. Тут иногда подвисает, долго загружается. Смысл какой? Заходите в Hot Rush, формируете, там обычно 2 задания идет на неделю или на 2, формируете себе команду. Вам обычно дают попробовать каких-то игроков из текущего события, или как здесь девчонку, вот, которая была с обложки, ее дали попробовать, и Тревора Зегреса дают вам попробовать, чтобы понять, стоит ли вам вообще их покупать там на рынке или нет. Интересный режим, тут можно зарабатывать... очки, выполняя специальные задания, которые сейчас будут написаны, или просто забивая голы с финтами. За голы с финтами можно до 7200 очков за один гол получить. Это умножается на уровень сложности. Если вы играете на уровне сложности Superstar, по-моему, на 3,75 умножается. В общем, за один гол можно получить 25 тысяч очков. Но его сложно забить с хорошими финтами. Сейчас ждем, пока отвиснет. Дальше вам нужно будет создать команду и понимать, какие базовые игроки принесут вам успех. Я, конечно, знаю ребят, которые просто сразу задонатят, но я как-то мне на электрический хоккей деньги тратить не очень хочется, не знаю, как вам. Поэтому и мне нравится так начинать прямо с серебряными бомжами и доходить до какого-то уровня. Значит, вот здесь я специально вам оставил за 2 250 000 первый коллекционный предмет идет, до этого всякие бомж-пакеты. Типа 2 игрока, 1 игрок, сезонную коллекционку, там всякая ерунда. В общем, формируете команду, вам удают такую команду. Вот здесь Сару Нурс дали. Нурс медсестра переводится с английского. И у меня еще есть Стив Нурс, капитан хоккейной команды в Англии, когда я жил, играл там за Black Bears и Manchester Races. И там был капитан Стив Нурс. В общем, Сара Нурс, вам дают ее попробовать. Еще 5 особей женского пола. Да просят меня девушки, но у нас в команде играет 5 девчонок, я уважительно к ним отношусь, играет хорошо только одна. Во втором задании вам Тревора Зегреса дали, если правым скиллстиком вы так пощелкаете, вам показывают задание, которое нужно выполнить. Вот здесь, видите?
Например, поднять клюшку 2 раза, поднять клюшку 5 раз, сделать 20 пасов и забить 10 вантаймеров. Гол в одно касание. И вам дают примерно 1 000 000 очков здесь заработать. Заработали 1 000 000 очков, вот все призы до 1 000 000, вы их собираете себе. Ну, это такие бомж-пакеты. Все такое интересное вот здесь уже начинается. Видите, премиум, PS-пак, коллекционка за 18 тысяч, премиум, One Gold Player. Но все равно такое все не солидное, нищенское. Могли бы пощедрее призы делать, но считают, что мы что-то у них будем донатить. Хотя реально кто-то донатит. Ну, вот здесь уже прайм-пак какие-то идут. И Inhale PS-пак в конце 7,5 миллионов. Не знаю, кто до сюда дойдет. Мне как-то неохота время столько тратить. Возвращаемся к NHL Ultimate Team. Допустим, мы набрали какую-то себе базу. Есть у нас 10, 15, 20 тысяч монет. Что делать дальше? Так, я вот эти по 7500 наборы покупаю и продаю их за чуть подороже. Поэтому давайте к рынку обратимся. Вот мы с вами купили наборы за 7500. За 7500 по рынку проходите, смотрите, что стоит, что продать, не продать. Вот то, что мы сейчас купили, я примерно за 7500 и продаю. Я продаю, чтобы быстро все оборачиваюсь, увеличиваю, чтобы быстро все продавалось. Поэтому игроков я выставляю не НХЛовский команд за 1000 НХЛовских. Смотрю, что я здесь... Вот видите, Флорида Пантерс, она идет в тимбилдинг сборку. Я поэтому ставлю 1000-1200, подороже продаю. Если команда не НХЛ, типа АХЛ и другие лиги, я ставлю 1000. Они быстро уйдут у вас, вы не замените. У меня их около 60-70 этих игроков. Я их как-то набрал себе кучу, вот сейчас распродаю. Если вы хотите на рынке их покупать, они до 800 монет вываливаются. Иногда надо быстро купить с хорошим пингом. У кого, ребята, интернет, те успеют их забрать до 800 монет. Можно за 1000 тоже продавать, чтобы быстро бабосики набить. Ладно, сейчас покажу еще пару режимов, которые вам предстоит пройти, чтобы получить какие-то призы, хотя бы базовые, чтобы команду себе набрать. И вообще, кого покупать, если у вас вот только вы начали, первый день, там 10-20 тысяч монет зарабатываете, кого покупать. Значит, я когда начал, мне вообще тяжело голы было забивать, у меня не было такого локомотива. То есть некому было бегать, все вот эти бомжи серебряные, там и 80-е золотые игроки, им тяжело, ребят, играть. Хотя уровень первого дивизиона, мне все равно тяжело было играть с компьютером. В общем, я набрал себе этих бомжей и на суперстаре несколько режимов вот здесь... поиграл, здесь 1000 монет за первое место дают, потом, когда вы здесь играете, у вас задание Milestone, вот здесь пополняется, видите, тут всякие призы, мини-наборы, ну, тоже бомж-пакеты, ничего интересного, но все равно хоть какие-то деньги капают. Сюда заходите, выбираете команду, играете с ней, тут можно уровень выбрать, время игры, 2 минуты, 4 минуты и так далее. Я играю на суперстаре по 4 минуты, потому что максимальное количество очков. Значит, в конце, когда вы все это отыграете, вам по четвергам, в ночь с четверга на пятницу, по-моему, да, или со среды? С четверга на пятницу, да, насколько. И дают такие наборы, которые продаваемые. Там много будет игроков, много чего интересного оттуда получите. Итак, переходим к следующему. Когда вы все это сделали, надо настроить стратегии. Можете у меня скопировать. У меня стратегия, которая мне нравится, можете в интернете порыться у топовых мировых игроков. У них немножко другие настройки, это я точно знаю. Здесь стратегия нападения, защиты, командная стратегия, большинство, меньшинство. В большинстве у нас теперь есть... кого на удар, в общем, кто шайбу везет, кто финишер. Например, Овечкин вот у нас финишер из офиса стреляет по воротам, забивает голы. Так, есть кто как на вбрасывании стоит и так далее. В общем, поковыряйте здесь. Выставили себе стратегию, без нее тяжеловато будет играть онлайн игры, да и с компьютером. Когда стратегию настроили как у топовых игроков, но Немезида можете взять, у него тоже всегда интересные стратегии. Переходите к созданию команды. В общем,
Я себе вот как рассказывал, у меня были бомжи одни, я себе единственное купил за 100 тысяч Мэтьюса, потому что он каждую игру 3-4 гола с компьютером 5 забивает. У меня вот он был локомотивом у меня, и еще давали мне каких-то парочку игроков за предзаказ. Значит, кого я тут покупал? Я уже их улучшил. У меня сначала был первый, кого я купил, Ник Сузуки за 2200, он 82-й. Вот этот Ник Сузуки, не помню, 10 или 20 тысяч монет стоит, но они оба хорошие в порядке. Дюшена тоже 1000 за 2 купите. И Тейлор Халла за 5000. Вот эту троечку сделали, вы уже будете выигрывать компьютеры. Потому что это зверюги, вот эти скриптовые игроки, особенно Сузуки, вообще шайбу не теряет. Дюшен все время забивает высокие и прорывает сквозь оборону. Вот. На трех этих игроков где-то, ну, я думаю, 1006-7 у вас уйдет. Вот. Халл, Дюшен, Сузуки. Так, ну защиту у меня уже, я всех раздал плохих игроков. Защиту, конечно, лучше Хедмана брать. Макара, Данейка, Хьюз, Карлсон, это мои любимые защитники. Посмотрите, кто вам понравится. Защитников полно на рынке. Можете посмотреть 82-го Карлсона, например, и Дрю Даути 83-й, 1000 за 8 можно купить. И так и первое звено, главное, сильно сделайте, потому что оно у вас будет все решать. Я себе взял двух убийц. Это Пронгер, вес 100 кг, сносит все на своем пути. И Хэтман, вес 109 кг, оба двухметровые практически. 98. Так, на воротах у меня сначала стоял серебряный любой голкипер. Он нормально стоит. Конечно, демка лучше. Компьютер ему мало забивает. Я его взял за 10 тысяч монет. Ну, для начала у меня серебро стояло, это без разницы. Так, тут вам базу рассказал. Значит, Свечникова у меня на пробе стоит, пока он мне не очень нравится, поэтому я про него не рассказываю. Стэмкос мне выпал в каком-то наборе. Видите, кружочек наверху непродаваемый. Так, базу рассказал. X-факторного игрока, где взять, рассказал. Улучшалку. Вот я замечу, только что мы с вами купили вот этот набор за 7500, у меня уже почти все продалось. Видите, можно уже новый покупать за 7500, рано или поздно там что-то выстрелит. У меня вот позавчера Митчел Марнер вышел, Дрюдаути там вылетал, то есть отбивается вообще легко, просто надо сидеть, вот этих игроков продавать, время тратить. Вот это единственный минус. Вот это все вот так ставить. Денег подкопите, потом можно уже на рынке более серьезными суммами поиграть. Я, например, себе Макдэвида за 100 тысяч купил, за 150 его продал. И так вот понемножку можете подкапливать себе денег, покупать игроков таких для души уже, которыми хочется играть, которыми вы будете от души играть. Так, если вот таких золотых бомжей накопите, 75 бомжей. Таких ненужных из не НХЛ, потому что НХЛовских лучше продавать, можно больше тысяч продавать, а вот таких, то их можно поменять на икону. Икона там может и один из лучших игроков в игре попасться, Вейн Грецкий. Сейчас я вам покажу, где это. Заходите в наборы. Вот сюда Power Up Icons. Вот 75 бомжей меняем на икону, а здесь... Вот если здесь не знаете, что такое. Есть такие базовые иконы, но они, видите, 2000 монет стоят. Они 2000 монет стоят. Сейчас, секунду. Так, I'm sorry, техническая пауза небольшая была. Так, почему у меня, кстати, не ищет... вот, поиск на аукционе. Да, вот эти иконы здесь каких-то денег непонятных стоят, я не понимаю, вот 74-й 7 тысяч. До сих пор у меня секрет, почему они столько стоят. Ну, то есть, на них вы icons не сделаете себе. Берете 75 бомжей по 800 монет,
56 тысяч тратите, покупаете себе икону. Но она может выпустить любая, потому что там бывают и 82-е, поэтому я не стал собирать, не знаю, стоит это того или нет. Значит, вам каждый день, за то, что вы заходите в игру, дают коллекционные сезонные предметы, и еще, если вы выполните все дневные задания, вот здесь наверху дейли, вам дают коллекционные предметы сезонные. Еще вот здесь, в Хатраше, здесь где-то до 10 сезонных коллекционных предметов. И еще вот в одном месте покажу, тоже около 10 сезонных коллекционных предметов. Вот здесь справа, видели, да, куда я нажал? Вот здесь справа, вот справа. Сезонные коллекционные предметы. Даже давайте посчитаем, сколько. 3, 5, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12 коллекционных предметов. Все это вы насобирали. Ну, это часа два делать, эти коллекционки насобирать на набор, который я вам сейчас покажу. Все это насобирали, 20 с чем-то штук за день можно сделать. И вот здесь купили 28, вот здесь купили вот это один игрок больше 84. Вот вам какой-нибудь гудрон уже выпадет, или кучеров и так далее. Вставите себе его в состав. Так, все это рассказал, да? Вот здесь наверху в меню вам показывают, какие игроки новые выходят. Ну, это, я думаю, все знают. Потом как-то, может быть, отдельное внимание уделю этому, но времени не будем тратить. Это рассказал, это рассказал. Так, Хатраш рассказал. Squad Battles, вот это, битва отрядов, рассказал. Так, Rivals. Я думаю, тоже рассказал. Вначале у вас будет предложено сыграть 5 матчей для определения вашего дивизиона. Вам вот здесь потом выдадут какой-то дивизион, где вы будете играть. От дивизиона призы зависит. Якобы я не проверял, это мне так сказали. Вот. Здесь будет рейтинг, по которому в конце недели вам какие-то призы будут выдавать. Можно взять наборы, продаваемые по одному набору. Вот видите, слева один такой, один элитный. Или два непродаваемых, два джамбо, нет, не два непродаваемых, а по два умноженное на два непродаваемых. Еще Hot Champions Points. Когда вы наберете 2000 Hot Champion Points, вас в Hot Champions пригласят поиграть. Там уровень такой уже нормальный, но и призы хорошие. Наберете несколько побед, по-моему, за одну дают одно коллекционное очко, или за три победы, не помню. И вот здесь вы сможете уже тратить вот 5, по-моему, 11 или 13 побед, 5 коллекционных. Вы можете Ultimate Choice Pack. Это один из лучших наборов в игре. Пять коллекционных в игре. Так, это я не знаю, что это Champs. Что за Чемс? Откуда он мог уже взяться? Так, здесь все рассказал, здесь рассказал. Так, X-Factor. Еще одного X-Factor можно получить 50 игроков. Вот сюда засовываете, получаете X-Factor на игрока. Здесь можно менять на улучшалки. Дороговато, мне считаю, стоит. 40 игроков обычных или 25-80+, получаете зеленый вот этот коллекционный предмет для улучшения X-Factor'ов или айконов, икон. Икон игроков. Можно 3 ненужных X-фактора, но их пока ни у кого нет ненужных. В начале игры все-таки. 3 ненужных X-фактора поменять на новые. Выбор будет один из трех. Так, тимбилдинг. Собираете команду, вам дают какого-нибудь игрока 84-го. Собираете 84-х, собираете 89-го игрока. Тут представлены Овен Новелл, Милн Хейдук, Ларри Мерфи и так далее. Ну, кто любит сборки всякие, может позаморачиваться. Так, Exchange Set. Сюда всякие формы игроков, серебряных, бронзовых можно засовывать. Ну, обмены такие кабальные, поэтому я здесь ничего не меняю. Например, можно взять 10 игроков, поменять на двух игроков 80... на двух игроков, один из которых будет 80+. Я несколько сборок собрал, ничего не выпало. Мне не нравится. Здесь, например, можно собрать 4-82, получите 1-83. Но проблема в том, что может выпасть такая девчонка, я не знаю, что с ней делать. Вот она у меня висит, ждет, пока к ней партнерши придут, и буду менять их на кого-нибудь парня. Девчонками не хочу играть. Так, это я рассказывал. Ну и события, да?
у вас есть ненужные какие-нибудь игроки, например, 80, какие тут нужны, 84-е, 84-е, собирайте, меняйте их ненужных игроков, или задания выполняете, там еще есть ряд заданий, получаете коллекционные предметы, собирайте игрока из коллекции, собрали игрока, вам его вот дали, у меня уже есть Тревор Зегрес, например, это мне подарок в начале игры давали. Так, это то, что с рынком у нас игроки продаются, наверх монетки побежали. Дают вам игрока, вы получаете игрока, и эти же коллекционки еще тратите на его улучшение. Вот сейчас можно до 88 его прокачать, но Зегрес будет и дальше расти, я уверен. Это пока до 88 открыто. Так, ребят, ну вроде бы я вам все рассказал. Давайте еще, наверное... Так, про X-факторы я вам покажу, что у них есть какие-то свойства. Так, у них, во-первых, есть синергии. Нажав квадратик, можно какую-то синергию поменять. У кого есть такая... Видите, вот эту синергию нельзя поменять, а здесь квадратик горит, кустомайз, видите, написано. Можно синергии выбрать, какая капризовая будет. Можно включать им специальные особенности. Способность, например, здесь Wheels я включил... В общем, практически у всех звезд есть специальные какие-то особенности. Редко у кого их нет. Редко у кого не бывает. Сейчас я посмотрю. Здесь нет, видите? А у Зегреса есть. Вот она. Skill Tap, Tap to Tay, Elite Edges. Так. Значит, особенности стоят... Ability Points, их всего 40 вам дается. Вот здесь... Нажимаете треугольник, вы такую табличку попадаете, где справа вам указано, у кого что включено. Можно вот так отключить, нажать, отключить, включить и выбрать, как, которые вам нужны и наиболее подходят. Это Ability Points называется. То есть каждая спецособенность стоит сколько-то очков. Вот внизу написано, видите, под особенностью 8 Ability Points. Так, ребят, все, базовое все рассказал. Можете заходить в статистику, смотреть сортировку, тут кто голов у вас больше забил, чтобы понимать для себя передач, самый ценный игрок. И так далее. Все, ребят, спасибо вам, хорошей команды, удачи вам в создании побольше хороших игроков в команде, чтобы вам выпадало из наборов что-нибудь сытное такое, поменьше бомжей. Спасибо всем, пока-пока.